Слышала я о семье Тарасовых очень давно. Ребята делают очень хорошую, полезную для всех работу. Самое главное, что учат рисовать от души, то есть с сердцем, и это самое главное. Это даже скорее не класс рисования, а какой-то, скорее больше какие-то получаешь вибрации, то есть вибрации энергии, которыми заряжаешься и которые очень необходимы в твоей жизни. Очень хотелось бы такой же класс иметь у нас в Америке. Но ребята еще не могут приехать. Надеюсь, скоро будут. Вот это мои работы. Сегодня первый день. Маслом никогда не рисовала. Надо взять класс и попробовать. То есть это самое главное. Угу. То есть ни в каком другом... Вот я честно положа руку на сердце, и в Америке брала классы, и пробовала, брала классы в Греции. Ничего подобного я не видела еще. У Дмитрия есть очень великолепная черта. Это черта, которая он заражает своей вот энергией, именно заражает своим чувством, чувством любви к рисованию, чувством пробовать, чувством открывать себя. Художники Дмитрий и Галина Тарасовы – основоположники экспресс-метода обучения рисованию красками с 1992 года. Авторы запатентованной методики раскрытия творческого потенциала человека –